Ты Рэд Уилби? Да, мэм, чем могу помочь? Те билборды, что на Drinkwater Road. Здесь 5000 за первый месяц. Надеюсь, этого хватит. Так значит, Анжела Хейс ваша дочь? Все верно. Анжела Хейс моя дочь. Итак, Милдред Хейс, зачем вы арендовали эти билборды? Мою дочь Анжелу убили 7 месяцев назад. Такое ощущение, что местной полиции больше по душе кошмарит чернокожих, чем раскрывать реально происходящие преступления. Что это еще за хрень? Реклама, наверное. Реклама чего? Чего-то абстрактного. Ну да. Вот это нечестно по отношению ко мне. За то время, что ты ехал сюда, чью-то еще девочку могли раскромсать на куски. У нас 2 официальные жалобы насчет билборда. От кого? От дамы с косым глазом и жирного дантиста. Ты это серьезно? Горожане категорически против этих билбордов. Уже опрос провели, отец? Молодец. Похоже, эта дамочка объявила мне войну. Можете даже арестовать. Мне не за что вас арестовывать. Найдете за что. Ты знаешь, кто это сделал? Что сделал? Кто кинул банку? Странная штука жизнь, да? Весь этот гнев порождает еще больше гнев. В этот раз девчонка выиграет.